Новости региона в эфире канала ПС. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Архангельск сегодня вместе со всей страной скорбит по жертвам трагедии в Санкт-Петербурге. Вчерашний взрыв в метро унес жизни 14 человек. В очередной раз терроризм показал свое дьявольское лицо. Демонстрация уровня цинизма, беспринципности, жестокости тех, кто организовал и провел этот жестокий теракт. Мы, как жители Архангельской области, безусловно, соболезнуем. По поручению губернатора региональное министерство здравоохранения уже связалось с коллегами в северной столице и предложило необходимую помощь. Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел накануне около 14 часов 30 минут на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. Позднее на станции Площадь Восстания было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство еще большей мощности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Проверяются и другие версии произошедшего. А сейчас вернемся к областным темам. Стали известны новые подробности происшествия на онежском предприятии «Бионет». Напомню, 31 марта там прогремел взрыв. Причиной стало нарушение технологического регламента в сушильном цехе предприятия. Избыточное давление в одной из камер привело к ЧП. Никто из работников цеха не пострадал, несущие конструкции металлокаркасного здания повреждены не были. В ближайшее время работа цеха будет возобновлена. В 13 муниципальных образованиях региона попадают в зону подтопления или доступ к ним может быть отрезан во время половодья. Это 165 населенных пунктов, где проживает более 58 тысяч человек. На период ледохода и паводка районы области обеспечены товарами первой необходимости. В региональном министерстве агропрома создана оперативная группа, которая будет контролировать этот вопрос. Сейчас доставка всех товаров осуществляется практически ежедневно. Организована выездная торговля основными продуктами питания по заявкам жителей. В магазинах и предприятиях общепита, в сельских поселениях, находящихся в зоне риска, имеется стратегический запас продовольствия и товаров первой необходимости до 30 суток. В отдаленных муниципальных районах – до 60 суток. Это Мизенский или Шуконский районы. Доставлять продовольствие туда будут воздушным путем. Школьники села Ломоносово посетят Францию. Таков итог встречи главы региона Игоря Орлова с меценатами Франком Михаэлем и Марианной Энгель. Организаторы открытия дома Ломоносова в немецком Фрайберге прибыли в столицу Поморья для укрепления дружеских связей, которые возникли еще в 2014 году. 15 школьников с родины первого российского академика в июне этого года проведут две недели в одном из замков супругов Энгель в Бургундии. Для поездки, запланированной на лето, все готово. Сейчас завершается процесс оформления виз для юных северян. Я уже хочу быть школьником одной из холмогорских гимназий, чтобы обязательно съездить к вам и побывать в вашем чудесном городе, который мне довелось один раз быть. Безусловно, те договоренности, те предложения, которые у нас совместно сейчас сформулированы, они поддерживаются, и давайте будем их реализовывать. Обсудили во время встречи и другой серьезный проект – возведение детской строительной площадки, которая за счет партнеров из Фрайберга появится на родине Ломоносова. Поездка детей к нам в гости и строительство у вас спортплощадки – не единственные проекты. Мы готовы развивать сотрудничество и в других сферах. Например, Фрайбергская горная академия готова принять в своих стенах студентов вашего арктического вуза. Сегодня супруги Энгель посетили Холмогорский район, а накануне провели совещание в межрегиональном Ломоносовском фонде. Губернатор Игорь Орлов предложил заключить четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между фондом супругов Энгель и Ломоносовским фондом, Холмогорским районом и Фрайбергом, а также обновить документ о партнерских отношениях между вузами Архангельска и Фрайберга. В Архангельске проходит неделя инклюзивного образования. В городе, где проживает свыше 30 тысяч людей с инвалидностью, надо чаще говорить об их проблемах, возможностях и правах. Например, о праве особенных детей учиться в обычных школах. По этому поводу споры продолжаются среди педагогов, среди родителей детей с инвалидностью. При этом государство и местная власть проводят политику по дальнейшему внедрению смешанного образования. Дмитрий Ушков сегодня готовил материал на эту тему. Сейчас у нашей студии. Дмитрий, приветствую тебя. Знаю, что сегодня ты побывал в одной из архангельских школ. Расскажи, пожалуйста, что оказалось в центре твоего внимания. Да, мы сегодня побывали в школе номер 5. Там реализуется система инклюзивного образования уже порядка 10 лет. И, конечно, нам было интересно, как взаимодействуют обычные дети с детьми с некоторыми особенностями, то есть какое для этого существует оборудование, ну и как, естественно, относятся к этому дети и педагоги. Но какие-то особенные оборудования сегодня есть? Достаточно ли его, да, в школах наших?
Вот, на примере. Ну, если брать конкретно пятую школу, то, в принципе, да, его достаточно. То есть там в основном дети с особенностями слуха и зрения. То есть для детей с особенностями слуха там специальные слуховые аппараты у них есть. Для детей с особенностями зрения учебники по системе Брайля сделаны. Ну и специальные увеличители для обычных книг, у кого зрение не совсем, не полностью зрения нет, а у которого зрение нарушено. Но у нас прошла пресс-конференция в администрации города, чиновники собрались, обсуждали что-то. А что, в общем-то, обсуждали? Какие проблемы сегодня оголены, которые стоит решать? Самое главное – это непосредственно реализация инклюзивного образования. То есть смысл в том, чтобы дети с особенностями могли учиться в обычной средней школе, чтобы им там было комфортно. То есть нужно для этого создать, самое главное, помимо оборудования, самое главное – это психологическая среда, чтобы таких детей не дразнили, чтобы педагоги знали, как с такими детьми работать. И интересно, что в нашем городе выпустили книгу, которая пособие для педагогов. Я вижу, ты полностью погрузился в тему, что называется, сейчас предлагаю посмотреть твой материал. Организаторы акции в очередной раз предлагают общественности и власти аргументы в пользу инклюзивного образования, когда обычные и особенные дети учатся вместе. В регионе сейчас 19 школ работают по инклюзивной системе. В каждой обязательно есть узкие специалисты – дефектологи, психологи, сурдологи. На базе дошкольных и средних образовательных учреждений создаются определенные условия, покупается оборудование. Помимо оборудования оборудуются детские площадки для детей – приобретается специальный транспорт. Одной из первых в регионе и в областном центре детей с ограниченными возможностями здоровья стала принимать пятая архангельская школа. И сейчас особенных учеников здесь около сотни. Для слабовидящих в классах установлены специальные увеличители, а в библиотеках выдают учебники на языке Брайля. Детям с нарушением слуха адаптироваться к учебному процессу помогает врач-сурдолог. Дети поступают разных возрастов. Есть школьники, которые поступают в первый класс, и адаптация проходит по-разному, но мы стараемся работать как можно раньше и выходим в детские сады и приглашаем активно родителей с детьми к нам на консультации, делаем дни открытых дверей. Ввести особенных детей в учебный процесс общеобразовательной школы помогают и в реабилитационном центре. На его базе работает 13 классов от 8-й архангельской школы, а здание оборудовано всем необходимым для детей-инвалидов с физическими недостатками. Ученики могут пройти полный курс обучения в центре, а могут на каком-то этапе перейти в инклюзивную школу. Мы всегда советуем все наши сотрудники первый этап – начальную школу. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, пройти здесь. Так как у нас медицинское отделение, отделение восстановительного лечения и образование – это единое целое. В регионе поступательно реализуется программа «Доступная среда». Она способствует оснащению школ всем необходимым для особенных детей. Но помимо инфраструктуры, важно создать в учебных учреждениях комфортную психологическую среду для ребят с инвалидностью, чтобы сверстники и учителя стали им друзьями и опорой. А сейчас предлагаю представить такую картину. Открываете вы почтовый ящик, а там очередная квитанция или уведомление о прибытии посылки. И тут же каждый понимает, что ожиданий в очереди не миновать, если не успеваешь прийти самым первым с утра. Так вот, долгие стояния за посылкой или письмом могут уйти в прошлое. Региональное отделение Почты России оснастили системой электронных очередей. Терминалы появились в 10 офисах почты в Архангельске и в 4 в Северодвинске. Там, где поток посетителей наиболее интенсивный, интерфейс устройства интуитивно понятен. Достаточно выбрать услугу, за которой человек пришел в почтовое отделение, получить талон и ждать приглашения к окну. Не приходится стоять друг за другом возле окна. Никто не пройдет в очередь, да, без очереди, так скажем. Поэтому очень удобно и операторам тоже нравится, потому что не создается такая стрессовая ситуация. По-моему, сократилось время и ожидание в очереди, и обслуживание у операциониста, потому что он уже извещен, с чем пришел к нему клиент. Да и ожидание, по-моему, в очереди стало более комфортным, чем стояние в длинном хвосте. В последующем электронной очередью оснастят другие почтовые отделения Поморья, в первую очередь те, в которых больше 3 окон приема посетителей. В столице Поморья отметили столетие легендарной джазовой певицы Эллы Фицджеральд. Концерт, посвященный этому событию, провели в рамках недели США в Архангельске. Исполнить хиты звезды такой величины, пожалуй, под силу только другим звездам мирового уровня. Поэтому в областной центр специально приехали джаз-дивы, лица, и имена которых нередко можно увидеть на экранах телевизоров. So that I
«Summertime», «Chip to Chip». Известные хиты королевы джаза Эллы Фицджеральд исполняют известные сегодня на весь мир американские вокалистки Лакиша Энн Джонс, Черони Уайлд и Капатия Дженкинс. Джаз-дивы выступили на сцене городского культурного центра в рамках Недели культуры США в Архангельске и в честь столетия легендарной Эллы Фицджеральд. Известные обладательницы голоса диапазоном в 3 октавы, мастера голосовой импровизации, 13-кратного лауреата премии Грэмми. Это великая певица. Если бы не было ее, не было бы и меня. Важное место она занимает и в жизни студентов музыкального колледжа, которые сегодня здесь собрались. И это выступление – это обучение для них, опыт. Хочу сказать, что выступать с вашими музыкантами мне понравилось. У нас был всего один день для репетиции. Архангелогородцы из группы Big Band отвечали за музыкальное сопровождение праздничного вечера. Выступление с американскими звездами для них – уникальный опыт. Но все-таки музыка-то для них родная, и одна энергетика просто, она передается на нас, в принципе, очень заметно, потому что когда приезжают наши русские исполнители, они, конечно, ну, хороши в своем плане, но когда приезжают люди, которые, в принципе, свое творчество доносит, естественно, это классно. Студенты Архангельского музыкального колледжа, которых было большинство среди зрителей, стали участниками колоссального мастер-класса по вокалу. А Лакиша Джонс, Черони Уайлд и Капатия Дженкинс получили главную награду для музыкантов – шквал искренних благодарностей и аплодисментов. Хорошая новость пришла из Вологды. На первенстве Северо-Запада по смешанным единоборствам сборная Архангельской области завоевала 3 медали. Уроженец Мирного Максим Маху взял золото, у архангелогородца Вячеслава Дичкова и мирненца Константина Иванова бронза. В общекомандном первенстве наша сборная заняла 2-е место, уступив лишь хозяевам турнира команде из Вологды. Рекордное количество участников отправит наш регион на 16-е Дельфийские игры. Это масштабный фестиваль, включающий в себя конкурсы, выставки и презентации в различных областях искусства. Поедет туда и 100 представителей талантливой молодежи Поморья. Столь внушительная делегация образовалась по итогам регионального отборочного этапа «Таланты Поморья», прошедшего в феврале. Конкурсанты от Архангельской области примут участие в самых разных номинациях фестиваля, среди которых народное творчество, вокал, фотография, тележурналистика и многие другие. Впервые наш регион будет представлен в номинациях «Искусство воспитания» и так называемой «Открытой номинации», в которой могут выступать целые коллективы. Несколько золотых медалей, конечно, каждый год наши участники привозят. Как правило, наиболее сильные номинации – это народное творчество, танцевальное, ну и, конечно, у нас цирк неподражаемый также занимал призовые места. И надеемся, что в этом году порядка 5-6 золотых медалей удастся получить из 100 наших участников, думаю, вполне достойный результат. Призеры фестиваля смогут впоследствии претендовать на получение грантов в рамках федеральной программы поддержки талантливой молодежи. Дельфийские игры пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. Ну что, желаем нашим ребятам вернуться только с победой. А итоги вторника в 19:20 на канале ТВ-центр в программе «Автограф дня». Не прощаюсь и жду вас.